Всем привет, друзья! Сегодня покажу вам, как установить программу X-Centre Diagnosis 2020 года. Я вам уже показал установки 2016 года и 2018 года. Все ссылки в описании, можете посмотреть и установить также те программы. Также я потом отдельное видео сделаю и покажу скорость подключения к автомобилю и сравнение с 2016, 2018 и 2020 года. Так, начинаем установку. Для начала отключаем УАК. Заходим в панель управления. Учетные записи пользователей. Изменить параметры контроля учетных записей. И вот здесь ставим самый низ. Окей. Да. Закрываем. Скачиваем папку X-Centre 2020. Заходим в эту папку и запускаем вот этот файл. До установки покажу, что я установил Windows 10 с нуля. Вот Windows 10, 64 бит. Также свободно 172 гигабайта из 211. В конце посмотрим, сколько заняло место X-Centre 2020 года. Запускаем этот файл Start. Здесь выбираем язык, который нам нужен. Я выбираю русский. Окей. Устанавливаем все эти программы. Установить. Перезагружаем компьютер и продолжаем установку. Нажимаем «Да». После перезагрузки автоматически открывается это окно. Опять выбираем язык и нажимаем «Ок». Опять продолжаем установку. Опять требует перезагрузить. Нажимаем «Да». После перезагрузки опять нажимаем «Ок». И установить. Нажимаем «Далее», выбираем «Я клиент из США, Канады», «Далее», «Принимаю», «Далее», 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 «Установить».
Нажимаем «Готов» и перезагружаем компьютер. Копируем вот эту программу на рабочий стол. Вставить. А сейчас устанавливаем драйвер для OpenPort 2. Далее. Закончить. И сейчас откроем программу X-Center Diagnosis. Выбираем OpenPort 2, либо другое устройство, какое у вас. ОК. Все, у нас, как видите, программа запустилась. Никаких проблем. Легковые автомобили. E-класс. C-класс. AB-класс. Внедорожники. S-класс. И спортивные автомобили. Закрываем X-центры. Этот файл тоже я закину в папку, чтобы вы не искали это имя. Вот. Напишем fix problem. Вот. Теперь подключаем интернет. Подключили интернет. Открываем меню и запускаем Mercedes-Benz Addons Center. Обновить. И сейчас через интернет поиск обновлений обновляет аддоны. Все, идет обновление аддонов.
аддоны установились очень долго, почти 2 часа, и наконец-то мы закончили. Давайте подключимся к автомобилю, и один момент, многие написали, что не могут подключиться и не работает диагностика, либо с ведьмой не могут подключиться к автомобилю. Обязательно подключите USB к тому порту, которому установили драйвер. Так, давайте я вам покажу, что все работает. Выбираем E-класс 212, седан. Окей, зажигание ставим галочку. Работает более быстрее, чем 2016, но 2018 не могу сказать, потом сравним. Все, как видите, все работает. Да, и забыл сказать, друзья, вот на диске C 96 гигабайт свободно из 211, чтобы для тех, кто спрашивает, сколько места нужно.